В рамках рабочей поездки губернатор Приморья Олег Кожемяка посетил город Артем. В муниципалитете построили детский сад «Тигренок» на 230 мест. Новый детский сад в Артеме очень ждали жители микрорайона. Учреждение оснащено всем самым современным и необходимым для юных приморцев. В здании есть спортивные и игровые комнаты, а на территории располагаются удобные детские площадки. Объект сдан, и надеюсь, что 2 сентября он распахнет двери для детей. Поэтому огромная благодарность и подрядчику, и администрации города Артема за столь важный и нужный объект. Поэтому такие объекты, в общем-то, уже сданные в городе Артема, закрывают проблемы по дошкольному образованию. Вместо грунтовой дороги на улицах Александровской и Заслонова в Артеме появится асфальт с тротуаром, освещением, автобусными павильонами и водоотведением. Протяженность нового обустроенного участка, связывающего улицу Гагарина и железнодорожную станцию Амурский залив, составила более 2 километра. По БКД сделано 2,4 километра. Освещение, тротуары, ливневка, автобусные павильоны. Сейчас мы запустим полноценный маршрут. И в конечном итоге эта дорога будет, это у нас улица Александровская, а в конечном итоге она замкнется с Заслонова и выйдет опять на то место, где мы заезжали. Это будет кольцо, от этого кольца уже будет небольшая улочка. А здесь электричка подходит? Вот здесь вот станция, да, это станция у нас Амурский залив. Амурский залив, да? Также Олег Кожемяка осмотрел новую пешеходную зону от улицы Ульяновской до улицы Чапаева. На бульваре установлены спортивная и детская площадки, площадка для выгула собак, появилась архитектурная подсветка деревьев. Мы сейчас делаем новое углубление, сделали русло, чтобы воду отвести. И у нас перемычка основная там будет. Вот здесь это будет пруд. Он где-то глубиной, мы его там по проекту там около метра, да? Здесь около метра, после да. Него метра полтора-два. В этом году мы за счет местного бюджета мы береговые укрепления сделаем с этой стороны. Горожане Артема – люди с активной гражданской позицией. ТОС «Широкая» уже третий год участвует в конкурсе. На средства, полученные в рамках конкурса, уже построены спортивная и детская площадки. В этот раз артемовцы хотят создать сквер молодежный. Мы это все планируем. У нас сквер мы заказали, нам уже сделали план, как бы, ну, как мы хотим, чтобы он выглядел. Потихонечку мы будем к этому идти, стремиться. Страшно было начинать, нет? Ну, тяжело, нет, трудно. Да, не очень, просто это дети, двигатель прогресса. Ребята, ну а вам здесь нравится? Да! Ой-ой-ой, какие вы дружные. Вот, то есть здесь занимаетесь и здесь? Да. А раньше этого не было ничего? Не было. А чем вы занимались тогда? Здесь по кустам бегали? Мы катались на тарзанке. Губернатор побывал на набережной от моста на улице Кирова до улицы Фрунзе. Там провели берегоукрепление променада вдоль мемориала «Вечный огонь» и набережной. Обустроили пешеходные дорожки, зоны отдыха, освещение и озеленение. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.